Кинокомпания Finishing Entertainment представляет фильм Тони Хикокса. В главной роли Дольф Лундгрен. Воздушный охотник. В фильме также снимались Мистер Кларк, Джон Пеннелл, Кайли Бакс, Ивон Зима, Кимберли Дэвис, Андреа Радутою, Джоди Джонс, Роберт Кейт, Роберт Мьяна и другие. Композиторы Дэвид и Эрик Вюрст. Оператор Дэвид Бриджес. Авторы сценария – Эд Мастерсон и Билл Гаква. Режиссер – Тони Хикокс. Воздушный охотник вызывает базу. Воздушный охотник вызывает базу. Центр, говорит воздушный охотник. Как слышите меня? Спаркс, где ты? Привет, сейчас никого нет дома. Оставьте сообщение после сигнала. Бип. Да, говорит майор Холловей. Как остановить эту штуку? О, черт, я ведь отдал инструкцию тебе. Хватит заниматься сексом по телефону. Мы испытываем самолет. Знаешь, Спаркс, по-моему, мой коллега ревнует. Я и не знал, что ему это важно. Да, я тебе покажу, как мне это важно, когда мы приземлимся. Слушайте, не будем ссориться. Этой малышкой можно управлять только втроем. Да, эту проблему я и пытаюсь устранить. Доброе утро, Джонсон. Генерал? Вольно, капитан. Генерал пришел. Ладно, господа, хватит друг другом любоваться. Посмотрим, на что способна эта птичка. Слушаюсь, сэр. Снизились до 25 километров, сэр.
Включить режим невидимости по моей команде. Три, два, один. Давай. Режим невидимости включен, сэр. Посмотрим на тепловой отпечаток. Его нет, сэр. Выхлопные газы засечь невозможно. Новая система работает отлично. Приятно быть невидимым, майор. Еще бы. Теперь проверим импульсный коммуникатор. Приготовьтесь включить коммуникатор. Есть, сэр. Три, два, один. Включаем. Коммуникатор включен, сэр. Майор, передача получена. Мы значительно улучшили новые импульсные шлемы, сэр. Теперь мы получаем физические показатели обоих пилотов. Кстати, майор, пульс у вас намного ниже, чем у капитана Лукаса. Не знаете, почему? В отличие от капитана, я каждое утро пробегаю 8 километров. Войти в режим нацеливания, майор. Выполнено, сэр. Оружие готово к бою. Ничего не изменилось, самолет по-прежнему невидим. Впечатляющая работа. Да, сэр. Надеюсь, мне никогда не придется довести ее до конца. Да, я тоже. Молодцы, ребята. Летите домой. Слушаюсь, сэр. Мы возвращаемся. Больно. 350 вылетов во время войны в заливе, а теперь возитесь с одним самолетом? Похоже, ребята вас понизили в ранге. Я тоже рад вас видеть, сэр. Мы не знали, что вы сегодня прилетите, сэр. Даже нам, бюрократам, иногда приходится работать, капитан. Обожаю запах реактивного топлива. Майор. Что ты здесь делаешь? Как это, что я здесь делаю? Я рад, что свел вас троих вместе. Так мне проще работать. Спасибо, сэр. Я рад работать с вами. Только не лезь ко мне, понял? Занимайся своим делом. В прежние времена мы подвели их за ангар и посмотрели, кто останется на ногах. С удовольствием, сэр. Давайте. Только у капитана есть ангел-хранитель. Да, но хотя мы друг другу не нравимся, нам придется работать вместе. И вместе сражаться. А ведь, если подумать, нам очень повезло, что мы здесь. Мы потеряли много хороших ребят. Мы скучаем по Тому, сэр. Ваш сын был хорошим человеком. Да, верно. Сэру. Это что еще за парочка?
Они интересуются этим проектом чаще, чем Объединенный штаб. Честно говоря, мне как-то не по себе. Генерал? Я вас понимаю. Тогда советую вам посмотреть на летные данные, солдат. А я советую вам не смотреть на меня. Спаркс. Извините. Генерал, мы не хотим опоздать. Конечно. Наслаждайтесь отпуском, господа. Через несколько дней я с вами свяжусь. Ты что, совсем не уважаешь власть? Уважаю, когда у власти такая задница. Просто класс. Интересно, что в дипломате? Наверное, секс-игрушки и всякие сюрпризы? Пошли. Тут бармен говорит: «Супермен, не валяй дурака, ты же убиваешь моих клиентов». Лучше нам поторопиться, старик. У нас уйма времени. Ты всегда так говоришь. Если опоздаем, я возьму вину на себя. Да, конечно, тебя всегда целуют, а меня ругают. Эй, герой, какие у тебя планы на уикенд? Хотел погонять свою малышку. Да? Почему тебя так тянет в небо? Ничего не могу с собой поделать. Черт, я подгоню машину, а ты не задерживайся. Ладно, я сейчас. Я пошел. Знаете, майор, если вы торопитесь, я сам уберу ваш скафандр и шлем. Сэкономлю вам время. Конечно. Только не перепутай наши шлемы, а то у тебя будет мой пульс. Это нежелательно. Так. Воздушные охотники, приготовились к бою на счет три. Все ясно? Разошлись. Ты опоздал. Спаркс. Почему он всегда из-за тебя опаздывает? Нет, на этот раз виноват он. Не оправдывайся. Мы хотели уехать пораньше. Не оправдывайся. Он меня не слушал. Ладно. Внимание, приготовились. Раз. Два. Три. Да. Да, Николь. Отлично. Молодец. Спасибо, папа. Классная игра. На следующей неделе ты им пригодишься. Я его торопил. Хватит оправдываться, Спаркс. У Спаркса опять из-за тебя проблемы. А ты как думаешь? Отличная тренировка, дамы. А как же пицца? Пицца! Поговорите со Спарксом. Сегодня он вас угощает. Пицца! 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 Подождите, нет у меня пиццы. Нет у меня пиццы. Молодец, тренер. Быстро действуешь. Знаешь, как говорят? Глаза глядят, а руки действуют. Люблю, когда вы говорите пошлости, майор. Знаешь, здесь обитает снежный человек. Правда? Он тебя ищет, так что берегись. Будешь надо мной издеваться? Я тебе покажу. Не снимается. Возьми у меня. Давай. Ну же. Папа, ты летаешь на дорогущем самолете. Почему же не умеешь петь «Зефир»? Не знаю. Все очень просто, милая. Нужно помогать друг другу. Все в порядке, я цел, не помогайте мне. У меня все под контролем. Уверяю вас. Можно мне еще одно? Похоже, тебя вызывают на базу, друг. Меня? Да. Если нужно, у меня в машине есть телефон. Дай мне шоколад, дорогая. Я сейчас вернусь. И почему мы не остановились в отеле? Ненавижу палатки. Пока. Ставьте мне пару подгорелых зефирин, ладно? Конечно.
Документы. Хорошо. Пропустите его. Живо! Приступайте. Действуйте. Действуем. Значит, в бою ты не была? Не надейся. Холловей. Отпечаток принят. Он вошел. Пошли. Извините, сэр. Сюда вход только по пропускам. Майор, по плану у нас сейчас нет полетов. Майор, пожалуйста, снимите шлем. Не стреляйте, не стреляйте! Черт подери, что здесь? Не стреляй, нет, нет! Нет, нет! Готово. Взрываем. Молодец, Холловей. Сюда, скорее. Самолет уже на поле. Джекоб слушает. Что? Когда?
Боже, дорогой, где ты был? Ты в порядке? Где ты был, старик? Что произошло? Мы так волновались, так волновались. Что случилось? Не знаю. Что с твоей одеждой? Мы так волновались. Где твои ботинки? Где? Где они? Ты летал и не сказал мне, почему ты вдруг взял и уехал? Где ты был всю ночь? Я ничего не знаю. Что все это значит? Внимание, майор Джек Холлоуэй. Мы из 109-го воздушного подразделения. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Весь район оцеплен. Любые попытки к бегству будут пресечены. Что вы делаете? Нам приказано арестовать майора. Погодите минуту, спокойно. Пустите меня. Эй! Что вы делаете? Подождите. Отпустите моего папу, отпустите его. Успокойтесь, сейчас же успокойтесь. Майор. Генерал. Что я натворил, сэр? Я думал, вы мне скажете. У вас большие неприятности, майор. Я не понимаю, что происходит, сэр. Я не знаю. Я не знаю, что я мог сделать. Я не знаю, что я сделал. Пожалуйста, скажите. Объясни, почему все улики указывают на тебя? Объясни. Какие улики? Почему все свидетели опознали тебя в твоем скафандре? И как твой отпечаток? Я даже не знаю, что я мог сделать. Зафиксировал сканер на входе. Я не виновен, и я это знаю. Объясни мне. Я ничего не сделал. Говори, на кого ты работаешь, сейчас же. На кого ты работаешь? Я работаю на правительство США, сэр, как и вы. Джек, я давно знаю и уважаю тебя. Еще с тех пор, как ты служил вместе с моим сыном. Как ты мог это сделать? Джек, я знаю, вы были лучшими друзьями. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы разобраться в этой истории. Это все. Не похоже, что он закрывается. Врет. Не похоже, что он врет. Но этим самолетом могут управлять только два пилота, он и Лукас. У Лукаса железное алиби. По словам генерала.
Привет, Джесс. Что вы делаете? Не трогайте меня. Я ничего не понимаю. Тебя уже вызвали в штаб. Состоится военно-полевой суд. Генерал попросил меня дать показания. Но что я сделал? Пошли. Не знаю, но я сказал, что весь уикенд был с тобой. Я люблю тебя, Джек. Я люблю тебя, Джесс. Сделай что-нибудь. Обещаю, я во всем разберусь. Простите за нервотрепку, майор. Но все должно быть правдоподобно. Хотите мороженого? Станция вызывает дилижанс. Это дилижанс. Говорите. Что с грузом? Груз получен. Что дальше? Похороните груз. Повторяю, похороните груз. Сиди, не дергайся. Аккуратней. Чего ты ждешь? Убей его. Говорит дилижанс. У нас экстренная ситуация. Груз на свободе. Нам нужна помощь.
Такое вот мороженое. Дилижанс, говорит станция. Вы меня слышите? Дилижанс, отвечайте. Расскажите нам еще о майоре Холлоуэе, генерал. Что, например? Он был неоднократно награжден. В число боевых вылетов речь не об этом. Нас интересует его убеждение. Убеждение? Мы армия равных возможностей. Мы не лезем в личную жизнь солдата. Если, конечно, он не гей. Или коммунист. Так, генерал? Переходите к сути, хорошо? Мы полагаем, что ваш майор Джек Холлоуэй связан с террористической организацией. 18 месяцев назад в Аризоне при загадочных обстоятельствах сошел с рельсов военный состав с секретным грузом смертоносного штамма сибирской язвы. После тщательного осмотра места аварии химикаты так и не были найдены. А теперь «Феникс-3». Это не случайные совпадения, генерал. Мы имеем дело с хорошо организованной группой, и действует она в пределах границ США. Повстанцы? Ну, мы говорим не о группе агрессивных параноиков. Так кто же это? К войне с правительством США готовится подпольное повстанческое движение, возможно, среди американских военных. Тайный заговор. Армия инопланетян? Вы начинаете верить тому, чем пичкаете людей. Охотясь на террористов, я бы в последнюю очередь стал искать их в американской армии. Ваши замечания кажутся мне оскорбительными. Я обязательно упомяну об этом в рапорте вашему начальству. А сейчас прошу вас убраться отсюда, пока я не продемонстрировал вам свои искренние чувства. Что ж, спасибо, что приняли нас, генерал. Кстати, генерал, мы еще побеседуем. Прекрати! Прости, нервная привычка, она и Джека достает. По неподтвержденной информации, из Пентагона с базы в Неваде был украден сверхсекретный американский военный самолет. Власти обнародовали приказ об аресте армейского пилота-испытателя майора Джека Холлоуэя. Его разыскивают как военные, так и местные правоохранительные органы. Нет, 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 нет. Только не говори, что ты не знал об этом, Спаркс. Мы ведь как одна семья. А в семье не врут. Я не врал. Я не мог говорить об этом. Это секретная информация, клянусь. Они обвиняют Джека. Наверное, мне лучше уйти. Да, тебе лучше уйти. Спаркс. Слушай. Прости меня, ладно? Все в порядке. Прости. Мы ведь одна семья. Ты сейчас вся на нервах. Все наладится. Спаркс, это я. Черт, как ты меня напугал. Что ты здесь делаешь? Как Джесс, как Николь. В порядке, ну и вид у тебя. Что случилось? Они похитили тюремный фургон, они пытались убить меня, они всех убили. Кто они? Чертовы похитители. Понимаешь, они заодно с военными. У них были такие татуировки, как у группы спецназа. Вот. Что-то вроде змеи, свернувшейся в клубок. Что с ними случилось? Хорошо. Хорошо. Узнай, кем они были. Хорошо. А ты что будешь делать? Увезу отсюда свою семью. Здесь становится опасно. Затем найду самолет. Ну а когда ты его найдешь? Наверное, придется выкрасть и вернуть его. Отлично, замечательная идея. Сообщи мне, когда узнаешь. Это безумие, это безумие. Меня отдадут за это под суд. Выкрасть самолет. Нужно сообщить в полицию.
Это их не касается, это наша забота. Мы просто как Кегни и Лейси. Выкрасть самолет. Именно так и нужно поступить. Вот бы папа сейчас был с нами. Да, моя дорогая, очень жаль. Иногда желания исполняются. Папа! Джек! Джек! Папа! Не дышите! Задержите дыхание! Николь, иди ко мне. Останься здесь. Старайся не дышать. Хорошо, папа. Я сейчас. Джек, Николь, плохо. Наденьте противогазы. Джессика! Джесс! Джек! Я здесь!
Держись, Джесси. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Папа, что случилось? Мама? Мама, что с тобой? Все будет хорошо, Джесси. Мама! Доктор! Мне нужен доктор! Помогите нам! Мне нужен доктор! Доктор! Мне нужен доктор! Скорее! Мне нужен доктор! Ножевое ранение! Доктор! Мне нужен доктор! Нет! Останься здесь! Николь! Помогите мне! Помогите мне! С другой стороны! Иди туда! Позови кого-нибудь! Позови скорее! Давай! На помощь! Помогите нам! Помогите! Мне нужен доктор! На помощь! Доктор! Ну же, скорее! Где же все? Все будет хорошо. Николь! Доктор! Мне нужен доктор! Ну же, скорее! Доктор! Мне нужен доктор! Черт подери! Здесь ножевое ранение! Спина! Подготовьте операционную. Мама! Мама! Все в порядке. Давайте ее поднимем. Все в порядке, все будет хорошо. Быстрее. Все будет хорошо. Привет, как жизнь? Привет, Бобби. Как дела, старик? Ты накрахмалил свою сорочку? Джим? Привет, Спаркс. Здравствуйте. Она поправится. Лезвие не задело внутренние органы. Слава богу! Она поправится. Ей нужно отдохнуть. Но я умоюсь, и тогда мы с вами поговорим. И, кстати, я вызвал за вас полицию. Папа, ты иди, уходи. Я позабочусь о маме, хорошо? Иди, уходи. Хорошо, я скоро вернусь. Я люблю тебя, папа. Папа любит тебя. Папа любит тебя. Беги, беги. Осторожней. Так, старший брат, посмотрим, что ты знаешь. Так. Хорошо. Змееловы. Спецназ. Гениальный спаркмен. В доступе отказано. Да, конечно. За кого ты меня принимаешь?
Ну уже открывайся. Иди к папочке. Доступ предоставлен. Спасибо. Сержант Трейси Стэнли. Группа спецназа «Змееловы». Погиб в бою? Багдад? Что? Командный центр группы технической поддержки армии США. Не спасли мне покой. Простите за беспокойство, сэр. Вольно, капитан. Сэр, вам известна группа спецназа под названием «Змееловы»? Конечно. В ней служил мой сын. Я покопался в компьютере и обнаружил странные факты. Этот жетон принадлежал сержанту Трею Стэнли. Судя по досье, он погиб во время войны в Персидском заливе, как и четверо других сержантов. И что? На самом деле, эти люди погибли всего пару дней назад. Это они похитили фургон, перевозивший майора Холлоуэя. Откуда это у вас, капитан? Холлоуэй связался с вами? Да, сэр. Понимаю. Садитесь, капитан. Группа спецназа «Змееловы» была создана в 1968 году, в разгар Вьетнамской войны, для профессионального устранения высокопоставленных особ. Взвод убийц уничтожал ядовитых змей там, куда его посылало правительство США. Но ведь, сэр, эта группа действовала вопреки федеральным законам. Это так. Но уверяю тебя, Спаркс, правительство и ЦРУ отрицали ее существование. Если бы эти люди были все еще живы, мы бы всюду видели следы их деятельности. Хотите сказать, что ЦРУ имеет отношение к похищению воздушного охотника? Это мы еще должны выяснить. Об этом кто-нибудь знает? Нет, сэр, я решил сначала прийти к вам. Хорошо. Раз уж нам предстоит разрушить змеиное гнездо, сделаем это по-тихому. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе нужно? Я должен заняться самолетом мистера Лукаса. А где его механик? Заболел. Мне нужно взглянуть на бортовые журналы, проверить, сколько он налетал и все такое. Такую информацию предоставляют только дежурному механику. Я позвоню начальству. Эй, кто выигрывает? Доджеры провалили очередную подачу. В этом году игра у них не заладилась. Знаете, я перестал болеть за доджеров, когда переехал из Бруклина. Ты из Бруклина? Да, вроде так. Мои родители иммигранты. Я вырос во Флатбуше. Флатбуш? Да иди ты. Я из Флатбуша. В какую школу ты ходил? Какую школу? Кто ходил в школу? Да.
Вы хотели позвонить, а то я опаздываю. А, к черту. Мы, бруклинские бродяги, должны держаться вместе. У меня есть эти данные. Если хочешь знать, этот парень такой засранец. Он здесь завсегдатай. Часто летает в Санта-Фе, не Мексика. Нашел. Поздоровается и все. Между прочим, прошлую субботу вечером он как раз прилетел из Санта-Фе. Держи. Здесь все, что тебе нужно. Отлично. Бруклин, отлично. Нью-Мексико. Что это ты делаешь у самолета мистера Лукаса? Лукаса? Лукас. А я думал, что это самолет Лупуса. Да, я покраснел. Слушай, а ты не знаешь, где самолет мистера Лупуса? Пойдем, я тебе покажу. Ты совершаешь большую ошибку. Это мне не впервой. Ну, потом не плачь. Это все, на что ты способен? Так. Сукин сын. Эй. Эй! Отдай мне конфету. Советую прочитать инструкцию. Спасибо за совет. О, нет. Нам нужно поговорить. Вы что, шутите? Я еще не получил свою конфету. Ну, вернись, засранец. Глазам своим не верю. Ты у меня получишь? Обмануть меня вздумал. Нью-Йоркцы. Верни сейчас же. Да что вы делаете? Я принадлежу правительству. Ну так скажи нам, где Холловей? Знаешь, Спаркс, ты вот о чем подумай. Анонимная американская фирма приобретает большое количество недвижимости. Аэродромы, фабрики, резервации, все подряд. Мы считаем, что эту компанию финансируют американские военные. Дайте-ка разобраться. Кто-то в нашей армии покупает краденое вооружение у какого-то подпольного движения? Мы говорим о гражданской войне. Твоего дружка Холлоуэя подставили с самого начала. Он самый великий лопух со времен Освальда. Так что, скажи нам, где Холловей? Сэкономишь на муйму... Погоди, погоди. Давай поговорим. Погоди.
Я пришел к жене и дочери майора Холлоуэя. Да, они здесь. Спасибо, мам. Просто скажи мне, где он? Кто, кретин? Белый кролик. А ты как думаешь? Загадки для детей. Я ненавижу кроликов. Знаешь что, Спаркс? Через некоторое время тебе будет больно. Так что не глупи и скажи мне, где он? Ты, тупой кусок дерьма. Скажу тебе одно, Лукас. Дерешься ты как девка. Меня ищешь? Бросьте оружие, майор. Бросьте оружие, майор. Выстрелите в меня, и нож скользнет по горлу. Выстрели этому кретину прямо промеж глаз. Нет, стреляй, Джек. Вы давно ты замешан в этом дерьме? Чертов предатель. Тебе не понять. Объясни. Давай, Джек, надери ему задницу. Чертов слабак. Покажи ему. Давай. Ублюдок. О, черт. Джек. Держись, приятель, я сейчас. Да, молодец.
Значит, тебя так и тянет в небо. Спасибо за помощь, друг. Всегда к твоим услугам. Ну ты как, цел? Я в порядке. Воздушный охотник у них, старик. Я знаю. Разнюхал, зачем он им нужен? Нет, но в режиме невидимости он неуязвим. Я знаю. Но мы придумаем, как проследить за ним. Да, что-нибудь простое. Точно. Точно. Снимай скорее. Хорошо. Привет, майор. Рад снова тебя видеть, сынок. Ты нам все очень усложнил. Я служил этой стране свыше 35 лет. Я верил в американский путь. Моя страна всегда права. Но я уже не узнаю в Америке страну, которую знал когда-то, которую поклялся защищать. Свобода и права, гарантированные нам, американцам, Конституцией, постепенно осквернило лицемерное коррумпированное правительство, которое уже давно перестало быть народным и перестало служить народу. Как сказал Джефферсон, древо свободы необходимо время от времени окроплять кровью патриотов. Наверняка он сейчас ворочается в могиле. Так, может быть, вы скажете нам, что в наши дни значит быть патриотом? То же, что и всегда. Защищать свободу. Убить змею можно, лишь отрезав ей голову. Уже много лет мы делаем это по всему миру. И теперь, наконец, пришло время сделать то же самое здесь, на американской земле. А вам не кажется, что вы в меньшинстве? В одном нашем штате свыше 1000 солдат. Ты видишь только верхушку айсберга. А как же Том? Как же ваш сын, Том? Он верил в эту страну. Сражался за нее и погиб за нее. Как бы он отнесся ко всему этому, к тому, что вы здесь делаете? Эта страна обесчестила моего сына и тысячи подобных ему солдат, не сумев исполнить обещанное. Не говори мне о моем сыне. Ты хороший солдат, Джек. Слишком хороший. И, к сожалению, сейчас ты единственный, кому подвластен этот самолет. Полагаю, вы ошиблись во мне, генерал. Я никогда не предам свою страну. Я так и думал. Но есть старая поговорка. Никогда не говори никогда. Николь! Сержант прокатится с тобой на всякий случай. Я не думаю, что ты подвергнешь опасности свою малышку. Дай ему ключи. Что это значит? Что вы задумали? Это вам знать не нужно, майор. Держите ее. Папа! Папа! Дорогая. Уведите ее отсюда. Папа! Все в порядке, милая. Нет, папа! Все в порядке, дорогая. Уведите ее. Папа!
Все хорошо. Папа! Все хорошо, милая. Когда папа вернется домой, ты научишь его печь зефир. Летал когда-нибудь в такой штуке? Конечно, летал. На пяти махах летал? Заткнись! Конечно, конечно. Шлем наденешь? На голову. Я сам знаю. Блокируй защиту и введи эти координаты в компьютер наведения. Не глупи, Спаркс. Холлоуэй никогда не простит тебя, если из-за тебя пострадает его дочь. Пустите! Боже. Ну как ты? Что? Я спрашиваю, как ты там держишься, сержант? Тебе нужно знать только то, что я целюсь в твой затылок из пистолета, заряженного 14 стальными патронами. Так что, если хочешь увидеться со своей женой и дочерью, заткнись и исполняй приказы. Слушаюсь, сэр. Прекрати! Цель захвачена. Правильно, капитан. Джек, взгляни на свою цель. Первый шаг. Отсечь змее голову. Второй шаг. Уничтожить ее тело. Третий шаг. Захватить ее владение и систематически подавлять свободу, пока не будет восстановлен порядок. Революция приветствует тебя, Джек. Подготовить оружие к бою. Представление начинается. Включай. Оружие готово к бою. Снизь скорость и исчезни за 800 километров до цели. Вас понял. Скорость 3 маха. Режим невидимости включен. Отлично, майор. Вы исчезли с радаров. Включите импульсный коммуникатор.
Хорошая работа, капитан. Николь, если твой папа выполнит все мои приказы, все будет хорошо. Тебе ясно? Я знаю, то, что ты сейчас видишь, тебе непонятно. Но мы хотим вернуть Америке былое величие ради тебя и твоих детей. Доверься мне. Готово? Почти, сэр. Хорошо. Вызов пейджера. Какого черта? Что это? Радар боевых систем. Это самолет, у него есть радар. Расслабься. Американское судно Enterprise, Атлантическая флотилия. Сэр, движение в запретной воздушной зоне. Самолет опознан? Мы его не видим, сэр. Есть только низкочастотный сигнал. Позиция? 650 километров до Вашингтона. Идет на сближение, сэр. Поднять третье звено истребителей. Третье звено в воздухе, сэр. Что происходит? Я не знаю. Что это такое? Проклятие. Как они засекли его? Я не знаю. Надеюсь, это не ваших рук дело, капитан. Я убью вас на месте. Спокойно. Заходи со стороны Атлантики, Джек. Будь осторожен. Говорит группа Дельта. Идем по северо-западной траектории. Прием. Вас понял. Группа Танго заходит с юга. Цели засечены. Это что еще за черт? Уйти от преследования. Слушаюсь, сэр. Говорит группа Танго. Цель сменила направление. Ложимся на новый курс. Говорит группа Дельта. Цель входит в 9-й сектор. Что происходит, черт подери? На связи группа истребителей ВМФ США. Вы вторглись в запретную зону, немедленно назовитесь. Повторяю, на связи группа истребителей ВМФ США. Нам приказано сопроводить вас к месту посадки в Далласском аэропорту. Назовите себя. Черт! Где радар? Где он? Говорит группа Дельта, мы потеряли сигнал цели. Повторяю, мы потеряли сигнал цели. Осматриваем 9-й сектор визуально. Прием. Вас понял, говорит Танго. Мы прочешем сектора 8 и 10. Черт! Что происходит? Включен режим невидимости. Куда они делись? Куда? Где они? О, черт! Это нам уже не понадобится. Парашют выведен из строя. Что ты делаешь? Это что еще за черт? Свяжись с МакГарри. Спроси, что происходит. Сержант МакГарри, вы на связи? Холлоуэй мертв. Мертв? Мертв? Черт! Сукин сын! Самолет поврежден. Прошу разрешения катапультироваться. Скажи МакГарри, что я не разрешаю оставаться там. Наводка будет произведена автоматически. Напиши это. Пиши. Черт. Катапультироваться нельзя. Останься в самолете. Наводка будет произведена автоматически. Понял, сэр. МакГарри, пульс 68 ударов в минуту.
Это странно. Для человека, который никогда прежде не летал. Что-то наш сержант очень спокоен. Вот черт. Давай девчонку сюда. Мы уезжаем. Хорошо, все готово. Закрывайте двери. Пошли. Что у нас здесь? Включен тепловой сенсор. Спасибо, друг. Спаркс, прикажи ему посадить самолет, или он больше никогда не увидит свою дочь. Все будет хорошо. Живо, Спаркс! Холлоуэй, садись немедленно. Воздушные охотники. Воздушные охотники. Готовьтесь к бою. На счет три. Что это значит, Спаркс? Что это значит? Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Цель захвачена. Ракета готова к запуску. Тревога. Никогда не говори никогда. Хороший выстрел, Джек.
Твой отец мастер в этом деле, Николь. Дело суровое, но полезное. О, черт. Дяде Спарксу нужно вызвать скорую. Феникс, ты хорошая игрушка. Но слишком опасная. Включен режим самоуничтожения. Черт! Папа! Николь! А с тобой что случилось, друг? Поход был нелегким. Да, ты хорошо выглядишь. Отличный выстрел, спасибо. Я тебя люблю, милая. Я тоже тебя люблю. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да! Да, да! Это моя крестная дочь! Она с нами! Вот там моя крестная дочь! Она с нами, она классно играет! Отлично, хорошая игра! Ну, герой, в чем твой секрет? Воздушный охотник всегда готов к бою.